сказал ключи, что хочу от нее отдохнуть. И ну, она там стала говорить, что она больная, что она устала. Но все-таки я позволил себе сделать то, что я хочу. И настоял я. Ну там, правда, был еще такой разговор, говорю, все тебе волнуются, и Фридрих, и Дима, и про Пашу там она спрашивала. А я вот не волнуюсь. Она говорит, ну, ты меня понимаешь. Приятно было услышать. В общем, я думаю, я уверен, что с ней все будет хорошо, и все у нее сложится. Но тут она пыталась всякими уловками остаться, но я уже проявил бдительность и отправил ее. Поехала за деньгами, которые там у нее в доме Юли, а потом думает ехать к Диме. Но я думаю, она себя ведет там вежливо, там хозяйка в доме есть. Так что. И сегодня и у меня тут ключи проявляла уже уступки такие, как бы предлагала уступки, что типа оставь меня, я себя буду вести тихо, жарить рыбу не буду ночью, это уже что-то новое. Но потом снова стало чуть-чуть так шуметь. Там интересный был эпизод, она сидела за компьютером, потом встала и кричать стала. Я так расслабленно сидел тут, и она кричит, а я спокойно смотрю. У меня расслабленная поза, и я спокойно смотрю, слушаю. Она рассказывала вчера, что там вот у нее дома, они с мамой кричали сильно, а папа их спокойно, спокойно смотрит на это. И я вчера на нее крикнул сильно. Ну, так сказать, можно сказать, она спровоцировала. Она сначала кричала. И я так от возмущения тоже крикнул со всей мочи. Она вдруг раз так на меня спокойно посмотрела, так с интересом. Как-то от этого оживилась и как-то чуть ли не осознанности у нее прибавилось, она стала так говорить, так приветливее, как-то с большим интересом. Ну, сказала, что она не, что у нее эмоций не было, что она просто так. И что, да, ей было интересно, что я вот так вот кричал, у нее в семье все кричат, и я крикнул. Да, в общем, вот это вот было для меня такое новое, когда я там в кухне стою, она кричит, и у меня автоматическая реакция агрессивная. Хочется ее выгнать или что-то еще, защититься. А когда так расслабленно лежу, то и реакция была спокойная. Удивительно.